Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force Kitty. Ну что ж, мы с вами остановились на 20-й миссии, но проходить мы ее будем немножечко позже, потому что здесь есть секретные уровни, их очень много, и мы начнем с вами, пожалуй, с одного из них. Так, для этого нам понадобятся некоторые костюмчики. Я уже их примерил. Так, нам нужен вот этот вот White Bee. Дальше нам нужен будет Master of Yoga. Также нам понадобится с вами Совет Циклон. И последний, кто нам нужен, это... Да, это у нас Айрмен. Ну что, друзья, вот такой вот у нас составчик получается. И открывается секретный уровень F. Вот с него-то мы, пожалуй, и начнем. Вау, неплохие тут костюмчики. Всего лишь один сундук, навыков никаких не нужно. Поэтому, друзья мои... Погоди-ка, погнали, хотел сказать. Нам нужно еще немножечко подкрепиться с вами, да? Сила умений. Пожалуй, вот это мы с вами приобретем. И теперь-то я с радостью побегу на этот секретный уровень. Ну, естественно, схемы никакой нету. Погнали, друзья мои. Надеюсь, мы тут с вами с ними справимся. Вау. Мне вот этот вот чувачок напоминает чем-то Кейси Джонса. Такая же маска у него. Так, отлично, друзья мои, неплохо совсем с вами идем. У нас тут ключик, я смотрю, наверху, видимо, где-то будем открывать с вами двери. Так, сейчас нас тут развернут. И мы приспокойненько пойдем дальше. Ага, я вижу, друзья мои, ай-яй-яй, а здесь мы сможем перепрыгнуть? Сможем. Ну что же, хорошо, блин, а нам нужно было с вами идти поверху, а не понизу. Ну что ж такое, а? Друзья, ну я... Опа! Босс! Босс-енот у нас здесь. И, кстати, это у нас солдат из игры Street Fighter, по-моему, да, друзья мои? По-моему, именно оттуда он. Так, ну-ка, давай-ка. Так, ну что, неплохо мы его бомбанули. Получили, по-моему, даже сразу костюм полный. Ну, естественно, я буду проходить заново, потому что мне нужно еще здесь драться и драться, чтобы получить фулл сеты. Так, с этими ребятами подеремся. Кстати, нужно было мне немножечко поменять свои скиллы. Мне они совсем не нравятся, если честно. Так, ну что же, неплохо. Забираем здесь рыбки. Так, ключик взяли. Сейчас нас развернут. Кстати, там надо будет подпрыгнуть вовремя, чтобы мы с вами шли именно поверху. Я не хочу понизу идти. Вот так вот, это совсем другое дело. Вау. Что это у нас за герои такие? Я даже их не знаю, если честно, друзья мои. Я не знаю, откуда они взялись. Ну, минус один, минус второй с таким тесаком и минус третий. Они все с какими-то тесаками, с ножами и с саблями. Так, погоди-ка секунду. А для того, чтобы меня развернуло, что мне нужно сделать? Хм. Нет, 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 только не понизу, только не понизу. Ну, зачем? А, вот здесь могу перепрыгнуть, да? Вот и! Я не успел, друзья мои, среагировать. Ай, ладно. Все равно придется заново проходить. Да, но... Сначала нужно опять драться с солдатом. То есть он постоянно нам будет попадаться, да? Ладно, я думаю, что у нас хватит сил его пробить. Наверное, я надеюсь на это. Слушай, что-то у него тут здоровья как-то слишком много. Ой-ой-ой, мои котики только отлетают от него. Нет, друзья, не получится у нас его победить. Ну да ладно, это не страшно на самом деле. Потому что все равно нам нужно будет еще делать с вами несколько заходок. Так, давай, поехали. В общем, большая моя ошибка в том, что я не успеваю запрыгнуть. Так, с этими, по-моему, нам еще придется подраться. И я все-таки, опять же, забыл себе поменять скиллы. Вот теперь, по-моему, фулл сет, друзья мои. Фулл сет, забираем с вами ключик второй. Естественно, нас с вами разворачивает. Так, вот здесь мы с вами открываем двери. Запрыгиваем наверх. И еще раз деремся с этими охламончиками. Кстати, в секретных уровнях, вы заметили, да, у нас не лисята почему-то, а именно енотики. Не знаю, с чем это связано, чем мы им насолили, но драться нам все равно с ними еще раз придется. Так, забираем с вами второй ключ. Сейчас главное вот здесь опять не лопухнуться, когда нас с вами развернет. Да? Так, давай-ка мы вот здесь вот, наверное, развернемся. И надо идти именно поверху, а не понизу. Так... Да чтоб тебе... А, вот здесь, вот здесь, вот, все, друзья, отлично, сейчас все у нас получилось. Давай-ка бомбить их.
И скиллы. Вот сейчас мы с вами поиграем, поменяем обязательно с вами скиллы. Потому что, ну, это совсем никуда не годится. Мне нужны массовые какие-нибудь атаки. Отлично. И открываем с вами сундучок. Я надеюсь, мы с боссом драться не будем. Будем, куда же он денется-то? Ну, он нас здесь, конечно, сможет победить. Потому что у нас с вами мало здоровья. Ой-ой-ой, у меня даже нету скиллов никаких. То есть я ничего не могу применить. И, конечно же, нас тут забомбят. А вот этот вот совет циклонов, ребята, это на самом деле Занглиф, насколько я помню. Я не знаю, почему его именно так здесь назвали. Ну что же, давай, наверное, зайдем сюда. Посмотрим, какие мы с вами открыли костюмы, если открыли. Так, а где у нас... Ага, вот здесь вот. Магия Куду. Нонак. Давай, а это у нас Сиджи. Отлично. Так, of course. И Strong Fist. Вот такие вот, друзья, ребята у нас здесь. Ну что же, костюмы мы пока не будем с вами снимать, потому что нам все равно предстоит еще следующая схватка. А вот перекусить, наверное... Хотя хватает пока у нас всего два дополнительных умения. Вот это тоже хорошо, но все-таки, друзья, я возьму другие немножко. Для этого мне понадобится... Знаешь, что здесь вот хорошее? Мне вот, например, нравится вот это умение. Обалденное, оно массово идет. Потом пробивашка. Пробивашка мне не особо нравится. Может быть, нам лучше взять вот это вот на крит. На крит. Вот сюда я поставлю. Так, ну это пускай будет. Это неуязвимость у нас. Ну, в принципе, друзья, наверное, и все в данный момент. Так, почапали. Попробуем с вами еще разочек забомбить. Нам осталось совсем немножечко, вы сами видите. Поехали. Потом будем с вами открывать следующий секретный уровень. Так, запрыгиваем наверх. Ай-яй-яй, как же мне с ними неохота драться. Ну, а куда деваться, друзья мои? Кстати, я только сейчас заметил, что у меня вот на глазике, да, и на мече всего лишь два раза я могу применить. А мне бы желательно брать те скиллы, где возможность четыре раза применять. Угу, надо будет потом посмотреть, где у нас больше всего. Опа, этого, и мы будем с вами брать другие скиллы. Так, давай-ка вот здесь вот. Вот этих нам все равно в любом случае еще наказывать. Хотят они этого или не хотят, мы будем их бомбить. Так, а это у нас оказывается, по-моему, друзья мои, Джейсон. Да, Джейсон Вурхис. Так, берем ключик. Он нам понадобится для открытия, естественно, дверей. Так, тут Ай-яй-яй-яй-яй, упал, друзья мои. Я упал, но, по-моему... По-моему, здесь вот нам надо будет перепрыгивать. Все, шикарно у нас вышло. Продолжаем бомбить. Продолжаем, друзья, бомбить. Опять же, пока не все костюмы у нас. То есть нам в любом случае с вами придется проходить. Так, и еще сейчас босс у нас будет здесь. Ну что ж, давай, родной, иди сюда. Мы тебя будем потихонечку бомбить здесь. По возможности, конечно же. Слушай, ну вот атака у нас какая-то вообще слабенькая, да? По 78, 79, ну это никуда не годится. Мы такими темпами, конечно же, его не сможем победить. Он опять нас раскидает. Я удивлен, как мы с вами вообще в первый раз прошли его. Может быть, он с каждым разом все сложнее и сложнее становится. Да, такой вариант может быть, кстати. 13 секунд у нас осталось для бонуса. Слушай-ка, давай-ка посмотрим. У нас, по-моему, чего-то не хватает все-таки, да? Каких-то вещей нету. Так, друзья мои, здесь забираем и здесь забираем. Мие. Тут вообще ноунейм какой-то, друзья мои. И это Фридей. Пятница, да, типа, ну да, пятница 13-е. Про Джейсона. Так, ну что, друзья, по-моему, нам все-таки еще придется сделать с вами одну заходку. Естественно, я схожу перед этим в магазин, маленечко подкреплюсь на силу умений. Вот так. И что я хотел сделать, это взять скиллы, которые мне дают 4 прибавки, а не 2. Например, можно вот это вот, но урон по одному врагу. Так, все равно это лучше. Погоди-ка, сейчас мы посмотрим, куда это поставить. Ага, можно вот сюда влепить. И, например, пробивашка у нас, да, есть. Пробивашка тоже 4 штуки, а здесь всего 3. Ну что ж, давай, наверное, возьмем пробивашку. Вот так вот, друзья. Отлично. Поехали. Я думаю, что последнюю заходочку мы с вами сделаем. Видите, здесь все-таки недособирали где-то.
Ну и что? Сейчас мы с вами быстренько здесь пробежимся. Надеюсь, у нас все здесь хорошо получится. Так, опять с этими придется, конечно, подраться. Но никуда не денешься. А все равно, друзья, дают почему-то по две. Не знаю, с чем это связано. Я думал, будет у нас 4, как говорится, раза применить скилл. Нет, ничего подобного. Максимальное, по-моему, количество это 3. Странно. Так, ладно, давай мы сюда перепрыгнем. Возьмем здесь рыбок. Слушай, а вот с этими-то можно было и не драться, на самом деле, по-моему. Хотя как-то не драться, если костюмы нам нужны. По-моему, как раз эти костюмы нам и нужны здесь, да? Нет, друзья мои, вот эти нам нужны. Ну что же, если я сейчас не дособираю, я сюда наверх, наверное, уже не пойду, потому что, ну, нет смысла в этом. И падать можно вот здесь вот, потому что все равно нам понизу идти, там потом запрыгивать. В общем, вы поняли меня, да? Вот так вот мы с вами будем делать. Ну что ж, давай быстренько их накажем. И надеюсь, что последние... Вот, скорее всего, друзья мои, теперь у нас full set. Здесь тоже. И барышня, по-моему, у нее ничего нету. Да, друзья, вот теперь уже 100% у нас все собрано. И этот секретный уровень у нас должен быть с короной. Так, ну этот, конечно, да, этого жука пробей, попробуй. Нет, ну если бы мы с вами не тратили бы много сил на верхних енотиков, да, к которым я зря, в принципе, заходил, мы, скорее всего, наказали бы его, потому что у нас были бы с вами дополнительные скиллы, которые могли бы использовать, да, в наше благо. И мы бы этого енотика, конечно же, наказали. Ну-ка, друзья, давайте проверим. Да, уровень F у нас пройден на коронку. Ну что ж, поехали тогда с вами на следующий секретный уровень. Заходим в раздел аниме. Так, для этого нам понадобится Наруто. Давай, иди сюда. Так, Тэтчер. Тоже иди сюда. Плюм. И Фокс. А, подожди-ка. По-моему, Фан. Да, Фокс Ниндзя. Слушай, нормуль. Давайте, друзья, посмотрим, что у нас за секреточка открылась. А секреточка у нас, вот она, друзья мои. Вот этот секретный уровень. Ну что ж, друзья, давайте приступать. Опять же, схемы уровня нету. И мы приступаем, как говорится, вслепую. Так, я смотрю тут. Вау! Что же это за такие у нас енотики? Что это за персонажи? Из каких мультиков, фильмов? Ага, вот это похож на Зора. Да? Что-то какие-то у меня слабенькие котята, если честно. Может быть, костюмчики такие слабые. Так, ать! Упал, друзья, не успел перепрыгнуть. Конечно же, будем делать заново. Ха-ха-ха, очередная неудачная попытка. Смеется лис. Но, тем не менее, друзья, это может быть даже и к лучшему. Потому что мы сразу с вами здесь будем с этими драться. И, скорее всего, получим костюмчики. Так, ДН. Костюм Зора практически у нас собрат. А вот это кто такой? Что-то до боли знакомо. Знаешь, как будто Чарли Шоколадная Фабрика. Так, вот здесь перепрыгиваем. Ага. Поехали, друзья мои. Давай, давай, давай хорошенько наказывать. Капканчик ползет. Ой, как же я обожаю. Тут еще сундучок у нас, оказывается, наверху есть. Сейчас мы его откроем. Слушай, ну какой-то коротенький на самом... Опа, босс. А что же это за босс-то такой? Что это, друзья мои, за босс? Ну он живучий, судя по его здоровью. Вау. Так, а мы сможем его наказать-то? Так, 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 ничего себе он там пулякает. Ой, друзья, у него массовая атака есть. Слушай-ка, самое обидное, что у меня нет никаких скиллов. Да он не дает даже подойти моим котикам к себе. Ну, давай, друзья мои, давай. Осталось, ой, мало здоровья осталось у вас. Очень мало. А у него 926 хп еще. Угу, максимально мы скинули ему до 726. Естественно, друзья, заново. Это что? Это что такое, ребят? Да что за баг такой, а? Действительно баг. Так, ну что, попробуем вот этих вот наказать с вами. Так, теперь, по-моему, full set, по крайней мере, от Зора. Давай, 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 давай. Все-таки это да, это Чарли Шоколадная Фабрика. Так, перепрыгиваем. С этими нам тоже придется драться, потому что костюмов у нас нету этих. Ну, давай, нахлобучивай, нахлобучивай. Давай-ка вот это вот применим. Все-таки здесь нам больше понадобится, мне кажется, неуязвимость. Так, ну что, у меня еще
два суперудара в запасе. Давай-ка попробуем наказать этого босса. Получится у нас на этот раз? Блин, быстренько у меня один котик отдуплился, очень быстро. Все-таки я буду брать, наверное, неуязвимость. Для этого нам надо будет брать скилл с глазом. Ой-ой-ой-ой, как же он жесток, а? Как же он жесток, по 180, да, отнимает. Ну вот, да. Недолго мы тут с вами радовались. Естественно, будем с вами проходить заново. Смотрите, какой, друзья мои, получается здесь баг в игре. Вот этот луч, который он выпускает, он остается здесь, ты понимаешь? И он меня, если честно говоря, раздражает. Он висит здесь. Странно. Я думал, игра-то старенькая, уже должны были все тут отрепетировать по полной программе. Но да нет, все-таки есть какие-то баги, лаги, глюки. Так, ладно, давай наказывать их. Кстати, костюмы, которые мы с вами открываем, новые, мы будем их тестить уже в самом-самом, ребят, конце, когда мы с вами все уровни подкрываем новые, да? Когда будет нам, как говорится, что примерить из всего этого арсенала. Так, ну я думаю, что здесь опять же у нас ничего с вами не получится. Мы не сможем победить. Нужно опять этот луч, друзья мои. Но он исчез, вот, который он сейчас запустил, он исчез. Вот, третий. А тут сейчас тут будет их постепенно все больше и больше скапливаться. И, кстати, нет, у нас баф еще с вами стоит. Только вот единственное непонятно, это у нас как босс, может быть, против него надо брать другое немножко питание. Давай-ка я сделаю сюда далее и выберу немножко другие скиллы. Не нравится мне, не нравится, хоть и треснет. Так, возьмем, наверное, с вами неуязвимость. Вот сюда поставим, да? И, в принципе, можно взять телепорт. На боссов вроде бы действует, да он? Ну что, друзья, еще как минимум нам нужно сделать пару заходочек. Хотя и одной бы хватило, если бы мы с вами, конечно же, смогли подбить босса. Подожди-ка, у нас неужели открылись костюмы или нет? Новенькие. Вау, друзья, у нас с вами все костюмы открыты. То есть, получается, нам нужно с вами уничтожить босса. Значит, делаем с вами немножко по-другому. Мы не пойдем тогда с вами наверх. Попробуем прогуляться понизу. Ведь здесь же можно понизу? Можно. Главное не упасть. Опс, накаркал. Ну там, там прыжков-то сколько нужно сделать. Ёпрасоты, давай потихоньку как-нибудь. Потихоньку, не спешим, друзья мои. Мельтешит, правда, все. Мельтешит все в глазах. Так, друзья, ну что, вроде бы неплохо я пропрыгал. И где тут наш боссик? Вот он. Так, у меня все скиллы. Поэтому сейчас будем его бомбить здесь. Вау. Получи свое, как говорится, да? Енот, профессор какой-то непонятный. Так, я думаю, что у него нет шансов здесь вообще на победу против нас. Пускай он тут что хочет делать. У него 1000 здоровья всего лишь осталось. Еще раз напомню, друзья, нам нужно его победить, чтобы забрать у него сет. Так. Ай-яй-яй, он сопротивляется, конечно же. А что же ему еще остается делать? Но мы все равно сейчас его победим. Да, друзья? Отлично, я так понимаю, что этот уровень у нас пройден полностью, да? На золотую корону, да, друзья мои? Так, ну что же, тогда переходим к следующему уровню. Так, для этого нам нужно перейти в игровой раздел сюда и ищем. Так, ищем героев. Так, сейчас, друзья, нам нужен Феникс. Понадобится. Отлично. Так, вот этот вот Вудман. Это, друзья мои, из игры Tekken. Так, дальше нам понадобится. Сейчас, ребят, секунду. И нужен нам, друзья мои, Noble Flower. Берем его сюда. И понадобится Чиба. Вот так вот, друзья мои. Tekken 3. Давай-ка зайдем на карту и посмотрим. Да, друзья, у нас уровень H секретный открылся. Ну что ж, давайте, наверное, перекусим с вами перед выходом. Вот так вот. И поехали смотреть, что у нас тут. Вау! Ничего себе. Навскидку и не вспомню, откуда тут. Ну, вот этот, по-моему, у нас Тор. А остальных что-то я не могу припомнить. Так, нужные навыки. Вот такой у нас есть. Ну что, друзья, погнали.
Так, котики довольные. Все у нас хорошо. Пойдем с вами, наверное, поверху. Так, здесь я могу спокойненько перепрыгивать. Вау. Первая схватка у нас с вами. Первый бой. Зачем я сделал супер удар, да, друзья мои? И он просто пролетел мимо. Но зато у нас здесь сундук будет. Так, ну что, быстренько мы с ними как-то разобрались. И босс, судя по всему, да, должен быть? Ого. Самураишка тут у нас такой. Хоба. У него 3000 хп. Вы серьезно, что ли? Да ладно. Так, ну ладно, мы быстренько ему до 2000, конечно, скинули. Что он там делает, непонятно. Что-то хлопает в ладошки. Видимо, какая-то массовая атака. Воу. Да, действительно, нехилая атака. Но мы попробуем все-таки его наказать. Друзья, если бы у меня, естественно, были бы другие костюмы на моих котятах, мы бы его быстренько с вами забомбили. Но так как я должен драться именно в этих костюмах, я не справился. 217 хп у него осталось. Может быть, вам стоит подкрепиться, дает мне дельный совет. Да, конечно, подкрепиться это бы не помешало, но я должен, друзья мои, этот уровень пройти. Так, опять у меня схватка с этими енотиками. Давайте-ка мы их по-быстренькому с вами забомбим. Наверное, получим как раз сет. Слушай, ну похоже, что да. Хотя, наверное, оружие у них еще какое-то должно быть. И опять же мы с вами встречаемся с боссом. Может быть, на этот раз у нас получится его побить. Не уверен, конечно, но постараемся. Так. Куда вы побежали? Эй, родные мои котики. Эй. Хитрожопенькие. Куда-то рванули мимо. Так. Он падает. Слушай, вот это вот падение довольно неплохо ему наносит урон. Так, давай-ка мы вот так вот. Ой, я не успел, друзья, применить скилл моего котенка Вудмана. Подбили. Так, ну что, что? Тут осталось у него совсем маленечко здоровья. Ну, сможем мы выиграть или нет на этот раз? 269. Ну, по ударчику хотя бы. Ну, сделай удар. Да, 10 хп всего лишь осталось. Господи, не хватило. Вам не получить тортик. Глафокс там орет. Да мне твой тортик и не нужен. Ну что, друзья, опять мы с вами идем поверху и посмотрим. Если здесь сейчас ничего не будет нам выпадать, то у нас костюмы эти получены. Но мне кажется, что здесь есть оружие. Видите, там он. Вот у этого енотика в руках какой-то молоточек. Вот этого молоточка у меня не было. Вот теперь он появился. Значит, наверх нам можно уже не ползти. Надо будет все это где-то понизу смотреть. И опять этот босс. Опять этот босс, друзья мои. Не знаю, что у нас получится с этим делом. Но надо как-то побеждать его. Как вот только нам это сделать? Видите, друзья, он подбил. Подбил мне котика, а у него еще два раза можно было применить скилл. Вот из-за этого мы, наверное, с вами и проигрываем. Вот это только в неуязвимости неплохо себя проявляет. Потому что, ну, как вы понимаете, на то она и неуязвимость, что его нельзя подбить. Ну что ты, ну. Да, в этот раз мы намного хуже сыграли. Посмотрите сами, что тут произошло. У нас отметелил. Так, а костюмов-то тут еще, ё-моё, целая куча. И это все, походу, где-то у нас внизу будет, друзья мои. Ну да, да, вот смотрите. Сразу же тут нас поджидают енотики. Какие-то, я не знаю, с бородами все. Какие-то старомодные на самом деле они. В общем, в любом случае нам нужно их подбить. Здесь, как мы видим, у нас рычаг. Кстати, я вот рыбки собираю, собираю. Мне же нужно будет подкрепиться, верно же? Опа. Так, хорошо мы с вами сделали. И вот здесь еще очередные у нас енотики. Естественно, будем с ними драться. Так, так, так. Получаем потихонечку костюмчики. Это меня уже радует. Давай, давай, что-то как-то он впустую там. Ну, вы понимаете, да, что босса нам уже здесь не победить. Потому что у нас с вами очень мало здоровья. Бэнкс, и мы упали с вами. Естественно, будем делать все заново и опять же бомбиться с ними. Так, спускаемся вниз. Мы с этим еще не закончили, поэтому нам придется опять драться. Слушай, вот все-таки я считаю, друзья мои, выгодно брать такие суперудары, которые наносят массовый урон. Вот от них больше толку. Кстати, у нас капканчик же есть. Он довольно неплохо наносит урон. Так, мы здесь с вами разворачиваемся. Капкан надо взять. Вот что я подумал. Он еще и врага, к тому же, дезориентирует. Вау, там чувачок нехило распылялся. Так, нам остался молот Тора только лишь получить. Я думаю, сейчас мы это с вами сделаем. Так, нормуль. Здесь справились. Ну, опять же, друзья, к боссу идти, ну, нет смысла. Опять же, нет смысла, потому что у нас с вами, ну,
мало скиллов, как говорится, да, и поэтому вряд ли мы его сможем победить. Сейчас мы заберем у всех вот этих енотов шмотки, а потом пойдем уже до босса. Только я вот не знаю, короткий путь у нас, по-моему, самый это идет через верх, потому что внизу нам придется очень много драться. Согласись. Так, довольно быстро мы тут справились. Так, вот у нас открылся мостик. Так, подожди, подожди, что ты делаешь? Давай сюда вот пойдем. Я думаю, что еще по одному заходику нам, наверное, надо будет сделать. Так, 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 тихо, тихо, не надо буянить здесь. Так, молот Тора мы получили. Так, здесь пушку мы получили, друзья. И здесь тоже, по-моему, что-то получили. Пушку или еще что-то. Я не знаю, ну, с боссом будем драться или нет? Мы навряд ли его победим, друзья. Всего лишь один у нас суперудар. Это неуязвимость. Вряд ли у нас получится, конечно же. И к тому же у нас быстренько заканчивается еда. Всего лишь там 12 секунд осталось. Ну, давайте, котики. Какой же он, а? Жук этот. Пробивает и пробивает, пробивает и пробивает. Что-то как-то мы слабоваты здесь с вами, да? Да. Получили, как говорится, свое. Ну что, друзья, давайте посмотрим в магазине костюмов, что у нас с вами появилось. По-моему, full set. Если я, друзья, не ошибаюсь, везде мы с вами все пособирали. Остается лишь одно. Взять нормальные скиллы. Так, неуязвимость. Ладно, пускай остается. По-моему, капкан. Капкан у нас вот это, по-моему, дает. Если я не путаю. Если я не путаю. Я не должен путать. Поэтому возьмем капканчик с вами и... Да, в принципе, больше пока ничего и не нужно нам. Да? Массовая атака. Хотя мы можем взять вот этот еще тоже неплохой, в принципе, удар. Вместо телепорта. Хотя телепорт, друзья мои, он роняет врага и наносит неплохой урон. Может быть, вот это вот неуязвимость поменяем. Вот так вот сделаем. А, подожди-ка, а там же неуязвимость нужна. Там она нужна. Она как обязательный скилл идет. Ну что, друзья, давайте, наверное, немножечко еще с вами потренируемся. Давно мы здесь не были на тренировке. У нас вот, ух, накопилось чего. Так, хпшки, наверное, прокачаем. Прокачал. Да, мы столько с вами собираем. И все это вообще моментально у нас с вами тратится. Просто моментом. Обидненько, конечно. Ну что же, я думаю, что последнюю заходку нам нужно сделать. И то это будет у нас бой с боссом. Так, пойдем с вами поверху. Нам здесь уже, как говорится, делать нечего. Поверху у нас всего лишь с вами один удар. Ой, один удар. Одна вот эта бригада, которая нам встречается, с которой мы с вами должны будем справиться. Ну и, в принципе, все. Мы их, если... Да что ж ты будешь делать? Если мы их быстренько с вами разберем, а у нас что-то как-то не получается быстренько их разобрать, мы переходим с вами к боссу. Очень мало у нас с вами здоровья, но будем стараться. Погнали. Начинаем. Со всего подряд. Так, уронили мы его. Почему-то, ребят, я нажал на, опять же, телепорт, и он почему-то не сработал. Я не знаю, почему, вот. Я же говорю, что вот этот капкан очень много отнимает здоровья. Видели, да? 200 с чем-то. Лишь бы нам выиграть его. Вот наша основная задача с вами. Да что ж ты будешь делать? Он сопротивляется. Так, один котенок у меня погиб. Да неужели опять ничего не получится? Блин, вот этим вот моим котятам не хватает какого-нибудь дальнего урона. Естественно, заново я пока не уничтожу этого босса, я не смогу пройти этот уровень на золотую корону, друзья мои. А мне это нужно сделать. Жалко, нельзя этих перепрыгнуть, гавриков. Хотелось бы, конечно. Так, давай массовую атаку. Неуязвимость, я думаю, пока нам не нужно здесь применять. Ну... Нам просто нужно с вами оставить как можно больше здоровья для последнего босса. Но у нас как-то это не получается. Понимаешь, у нас не получается. У нас с вами вечная проблема с этим. Ну, давай, хоп, капкан выкинем. Давай, давай, капкан, хватай его. Вот, 210 урона, ребят, капкан наносит. Это не слабо. Да, ага, попался все-таки. Я же думал, пробежит он мимо. Но не вышло у него. Ну, давай еще капканчик-то. Ну, друзья мои, ну, осталось там у него всего лишь... 1174. Как же он меня раздражает своими массовыми атаками. Не получается у меня, друзья. Не получается его одолеть.
Ну что же, тогда придется нам что-то с вами сделать. Давай-ка мы попробуем с вами перекусить, знаешь, на что? На два дополнительных умения. Два дополнительных умения. Я думаю, что это будет нормуль. Так, я куплю, и заодно мы с вами посмотрим, получится у меня что-то от этого или нет. Так, где этот уровень? Вот он. Погнали. Совсем чуть-чуть нам здесь осталось. Так, погнали. Ну, я думаю, с этими мы, конечно, быстренько с вами справимся, которые здесь будут стоять. У нас два дополнительных умения. Это, кстати, круто, на самом деле, друзья мои. Смотрите, сколько у нас применить теперь можно. Так, ну-ка. Так, побольше. Вот. Сейчас мы будем с вами со всех видов орудий бомбить по этому боссу. Я надеюсь, что на этот раз он все-таки сдуется. Ну-ка. Неплохо начали. Вставай, мы готовы тебя бомбить. Так, выпускай капкан. Так, падает. Капканы, капканы, да, отлично. Так, еще давай телепорт. Пускай падает. Ха-ха. Слушай, друзья, ну тут, по-моему, намного лучше уже дела у нас идут. Посмотрите сами. Или мне это кажется просто. Или я так хочу, чтобы оно было. Да что такое, он все равно почему-то раздухарился. Да ладно тебе, у тебя 1000 хп осталось. Ну, котики, ну не подведите. Давай, неуязвимость. Как ты меня достал, а, уже. Так, мои котики. 240 здоровья, друзья мои. Я ставлю неуязвимость. И да, мы все-таки одолели этого босса. То есть костюмчик нам от него достается. Фух. Секретный уровень H пройден на золотую корону, друзья мои. Так, что же я хотел тут глянуть? Я хотел глянуть, друзья мои, на артефакты. Так, ну что, голову мы применяли. Так, есть... Есть у меня вот эти вот палочки. Эти палочки, знаете, кому нужны? Они нужны росомахе. Кто-нибудь помнит, где у нас росомаха? По-моему, из раздела фирмы, да? Нет, друзья, не отсюда, не из этого раздела. Откуда же тогда, где у нас росомаха? Давайте искать. Я знаю, что где-то в конце. В конце должна быть эта росомаха. Вот, вот, друзья мои, росомаха, да? И сейчас мы возьмем с вами вот эти вот палочки, которые тут есть. Гула-гула. И становится вот он таким олдманом. Нифига. Ну да. Старый, старый росомахой стал у нас. Так, что у нас еще-то там есть? Какие артефакты? Я уже, друзья, не помню. Куда, чего тут нужно? Так, покебол. Покебол, о, кстати, да. Ташин появился у нас. Так, покебол, по-моему, можно применять вот ко всем этим покемонам. Если я, конечно, ничего не путаю, друзья. Ну-ка, давай проверим. Да. Можно применять именно к ним. Хе-хе, такой ушастик. Так, погоди-ка. А это у нас не покемон. Это у нас, друзья, не покемон. Это какой-то левый тут притесался. Так, а кого же я тогда не добрал? Раз, два... Раз, два, три. Какого-то покемона я не взял, да, друзья мои? А какого? Ну это же не покемон у нас. Нет ведь? Это какой-то... Нет, друзья, это не покемон. Слушай, ну я, честно говоря, думал, что вот этот вот покемончик. Но нет, я ошибся. Я ошибся. Ну что же, друзья, наверное, на сегодня мы с вами закончим видосик. В следующей серии мы продолжим с вами проходить секретные уровни и, наверное, будем справляться с боссами. Будем с вами находить подходящий сильный для нас костюм и, конечно же, будем бомбить дальше в эту игру. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.